嗯。 Андрея Жаповалова. Примерно месяц назад Бог проговорил мне одну вещь, которую я удержал. Именно откровение я удержал, что он именно мне сказал до того, как я не получил подтверждение. Я слышал пророчество Боба Джонса, я слышал пророчество Давида Вилькерсона и еще нескольких помазанных пророков, и помазанных учителей именно о Церкви Христа. Я уверен, все из вас слышали такое пророчество, как «Церковь лежит на земле, прикованная к земле, и она не может встать» потому что ее что-то держит на земле. Она прикована нитями, она прикована к земле какими-то канатами. Где-то месяц назад то же самое видение увидел я, но я удивился, зачем Богу было показывать мне Его, потому что я Его уже знал, я Его видел, я читал о нем. Я полностью согласен с этим откровением, но Бог сосредоточил меня не на, не на именно на этом гиганте, не на этой церкви, которая лежала на земле, а на канатах, прикованных, которыми этот гигант был прикован к земле. Я тогда не понял, это были именно черные канаты. Я именно сосредоточен был, я совершенно увидел другую часть видения, на которой Бог заострил мое внимание. И я спросил Господь, что это за черные канаты? Дух Святой сказал мне одну очень уникальную, интересную вещь. Он говорит, канаты — это ложь дьявола, это неправильное понимание это а, неистинное хождение, и это а, неисполненные Божьи духовные законы духовного мира, которые церковь не знает, не понимает, находится в лжи, и дьявол способен держать еще церковь во лжи. И он мне сказал одну уникальную вещь: Он сказал, что я буду давать тебе темы. Я не знаю, почему он сказал: Я удержался, пока не получил вторую тему. Он сказал: Я тебе буду давать именно темы которые будут разрушать и резать эти канаты один за одним. Поверьте, то, что я сейчас буду говорить, это не относится к моей церкви, то есть к моим трем потокам в церкви, это относится к церкви как в общем. И я знаю, что именно эти темы ⁇ это серия тем, Которую Бог будет мне давать в процессе, я не знаю, сколько, сколько времени, именно она будет высвобождать церковь, и эти канаты будут рваться. Я не знаю, почему Бог мне доверил это. Я не знаю, почему Бог мне сказал это. Я не знаю, почему Он мне сейчас дает именно эти откровения. Первая тема, которую Он мне дал насчет этого. А, насчет а, этого гиганта и насчет того, что эти, эта ложь будет рваться и резаться будут эти канаты Это была первая тема, которую вы слышали полтора, а, а, вернее, извиняюсь, а, позапрошлое служение Тема называлась «Победить и удержать», помните? Это именно тема из этой серии. Я хочу, чтобы вы были предельно внимательны. Эти темы не относятся к моему общему служению. Эти темы не относятся к, э, к тому к конкретному, э, к тем вещам, в которых я двигаюсь. Эти темы Бог мне начал давать, и Он конкретно мне сказал, ты должен их выпустить в духовный мир. Ты должен это сделать, потому что эти темы должны услышать сотни и сотни тысяч людей. Это не для тебя, это не только для твоей церкви, это... В общем, это для моих детей. Первая тема, я вам уже и сказал, это была тема победить и удержать. И когда я получил эту тему, я сам был в шоке от тех простых истин и от той лжи, которую дьявол держал в нашу церковь пожалуйста дорогие мои что бы вы ни делали не вздумайте игнорировать именно эти темы вы можете убрать все все мои темы но не эти потому что когда мне дух святой начал конкретно говорить он мне сказал я буду приходить а, к тебе в периоде несколько времени и я буду тебе давать именно эти темы в дух. Вчера, когда я сидел, у меня была абсолютно другая тема, у меня было абсолютно другое направление. И опять в моем месте, в моем месте уединения ко мне подошел Дух Святой, и он начал вкладывать эти вещи в мой дух. Он начал вкладывать конкретно, я не успевал писать, я не успевал, я молился, я говорю, Дух Святой, дай мне возможность в моих руках и в моем разуме, чтобы ничего не было утеряно. И я попросил Духа Святого, чтобы он немножко помедленнее давал мне, потому что я не способен был принимать информацию с такой скоростью. И э, я хочу приготовить вас, церковь, потому что я не говорю этого никогда и не говорил бы, если бы Дух Святой конкретно не повел меня сюда. Я не знаю, когда Дух Святой будет возвращать меня к этим темам. Я не знаю, будет ли это перечень тем, или это будет в процессе года или нескольких лет. И я не знаю, я не могу вам это сказать. Мне просто Дух Святой сказал, я буду посещать тебя время от времени и давать тебе следующую истину, которую на данный момент готова принять Церковь. И теперь мы подходим с вами к следующей теме из этой серии. Я хочу, чтобы вы поняли, дорогие мои, что дьявол он хочет держать церковь парализованной. Вы все это знаете. Он хочет держать, он хочет остановить церковь. И я скажу, что то, о чем я сейчас буду говорить, это одно из самых лучших оружий сатаны, на которым он держит. Я вам скажу, это второе оружие, первое оружие, мы с вами говорили позапрошлый раз, как он держит церковь именно ложью о том, что ты проигравший. Мы с вами говорили, я хочу, чтобы вы ту тему победить и удержать выучили на потому что это один из камней, которых Бог сейчас восстанавливает в фундаменте своей церкви. Это именно один из мощных толстых канатов, которыми дьявол удерживает церковь. И сейчас мы с вами будем перерезать следующий канат. Все эти вещи, которые я вам буду говорить, практически кто-то слышал, видел, переживал. Но то, как я их буду сейчас говорить, и то, что я буду вам открывать именно в тех моментах, откровениях, которые Бог мне давал, именно они будут освобождать ваш разум. Опять я говорю, тебе не нужно возложение рук, тебе не нужно молиться, Битва, помазанием елея, на тебя не нужно дуть, и с тобой не будет ничего сверхъестественного происходить. Сейчас эти темы предназначены только для одной единственной цели или предназначения, чтобы освободить твой разум, освободить твой дух. И когда истина приходит, то ты истинно становишься свободным, потому что тебя освобождает истина. Вы знаете, что в последнее время именно истина будет освобождать церковь. Не какой-то пастор, не какая-то отдельная деноминация или служитель. Именно истина, истина, которую Бог возвращает на землю, она будет высвобождать тело Иисуса Христа. Мы с вами можем подняться как церковь только после некоторых моментов, после некоторых конкретных вещей. Это после истин и после того, как Бог перережет все канаты лжи дьявола. Я сначала не понял. Я вам рассказал, что я видел дьявола, когда я писал тему «Победить и удержать», и я такого не переживал никогда. И я вам немножко об этом даже поделился. Я видел дьявола, который стоял разъяренный, он скрежетал зубами. Я именно видел дьявола. Я вам серьезно говорю, я не шучу. И не дай бог, я буду лгать, когда я стою за кафедрой. Бог, я очень боюсь это делать. Я хочу, чтобы вы были очень внимательны. Я не понял тогда одной вещи что дьявол не скрежетал именно насчет той темы, он скрежетал насчет того, что Бог будет делать в процессе именно этих тем. Вы знаете, что Бог ищет людей, которым Он хочет дать свои истины, но эти люди не способны их передать только по одной причине потому что сами не свободны в некоторых сферах вы понимаете о чем я говорю и поэтому дорогие мои я не понимал почему бог держал меня именно в некоторых сферах свободным чтобы я мог сейчас именно об этом говорить тема называется проклявшие успех проклявшие успех я немножко буду читать потому что то что, я, то, что бог мне дал Опять же, я говорю, это не относится к моим темам, а остальным, которые Бог дает мне часто, и это есть стержень моего служения. Это будут особые вещи, и я хочу немножко больше сегодня даже читать и объяснять вам то, что Бог показал мне. Хорошо? Вы готовы? Мы движемся с вами в Слово. Я хочу, чтобы вы. Я, я, почему я так сделал? Я хочу, чтобы вы предельно были настроены сегодня, потому что то, что я буду говорить, это именно еще один ключ к освобождению церкви Иисуса Христа. Сатане нужно остановить церковь, и это одно из самых успешных Его орудий, и христиане, не понимая этого закона, проклинают, хулят и останавливают самих себя. Это один из важнейших духовных законов, игнорируя или нарушая который, мы влечем за собой проклятие и разруху. Бог мне сказал, мои дети сами лишили себя моей славы. То есть, к которым я сейчас буду обращаться, это не обязательно вы, это те, которые меня видят, слышат или читают эти вещи. Они будут получать в дух и Дух Святой даст вам внутрь знать, что это именно канат, который держит вас. Когда я буду говорить эти темы, в которые уже входит тема «Победить и удержать», я хочу сказать, что эти темы относятся не полностью ко всем, но я скажу где-то к 95% церкви, потому что именно именно основная масса церкви не знает духовных истин и духовных законов. законов. Нас кормят с вами чем попало, только не тем, что приходит с неба. Вы слышите? на скормя с вами чем попало дорогие мои я был удивлен я вам честно говорю если вы хотите слышать бога дайте ему время рассказать вам дайте ему время когда я говорю с богом и я больше процентов моего времени и я молчу вы вообще знаете что такое говорить с богом это я задаю ему один вопрос и потом я жду его ответ неделю две недели, иногда год, и я получаю этот ответ. Вы слышите меня? Это не говорить. Говорить с Богом – это задать Ему вопрос. Сделать все возможное с твоей стороны. И Дух Святой откроет тебе, что это такое. Поэтому слушайте меня очень сейчас внимательно. Дух Святой даст вам внутрь знать, что это именно вы, и это относится к вам. Я сегодня хочу рассказать о том, почему успех и Божья слава уходят из церкви. Еще в своей практике я не видел ни одного помазанника, ходящего в его славе и успехе, который начал проклинать другое помазание и долго просуществовал. Всякий раз, когда ты высказываешься негативно против помазанника и помазания, которое на нем, кто бы ты ни был, и что бы, ты, что бы он ни сделал, ты огорчаешь Дух Святой и наносишь проклятие своему собственному успеху, ты в духовном мире оскорбляешь и хулишь успех. Мне Бог показал, я никогда этого не видел, поверьте, это тема, связанная с видением, поэтому я буду, э, э, слушайте меня внимательно, это будет, я, опять же, я повторяю, это не... Моя обычная тема. Окей, okay? это не моя обычная тема. Эта тема связана параллельно с видением, которое я видел. Я видел успех. Успех как живую материю. Я не знаю, если вы меня не понимаете, вам даже не стоит меня слушать дальше, потому что то, что я сейчас говорю, это детсад по сравнению с тем, что Бог будет открывать чуть-чуть попозже. Я видел успех и помазание именно успех. Вы знаете, что успех это духовная вещь. Успех. В духовном мире это именно духовная вещь. Я увидел помазание и успех, а благословение, как живую материю. Я не знаю, как это объяснить. Я видел, что оно живое. Мы с вами не понимаем, я тоже до какого-то времени не понимал, поэтому просто, пожалуйста, продолжайте быть со мной вместе, потому что я вместе с вами сейчас начинаю врубаться вообще, что это вообще такое, окей? Okay? Я это увидел чуть-чуть раньше, и поэтому передаю вам, но вместе с вами мы будем переваривать и двигаться дальше. Я просто пообещал Богу одно много лет назад, что я буду говорить церкви именно то, что он сказал и показал мне, и ничего никогда не скрою. Именно поэтому Бог продолжает давать мне эти откровения и видения. Я видел успех помазания и благословения как живую материю, которую церковь прокляла и отреклась от нее. Слушайте сюда очень внимательно. И я не понимал, что это такое. И Бог мне сказал, мои дети своими устами прокляли успех и благословение в своей жизни. Мои дети выгнали и вытеснили мое помазание и успех. И на это место, на их, на место помазания успеха и благословения пришло неудовлетворение, разочарование и проклятие. Как мы это сделали? Не исполняя некоторые духовные принципы и законы, которые положены в основание церкви и в основание Вселенной, мы, нарушая их, уничтожаем свою собственную жизнь. И я хочу, чтобы вы предельно были сегодня внимательны, потому что я вам говорю, дорогие мои, мы чит... я читал это в Библии, но никогда не придавал этому особого значения. Что это значит? Хулить и проклинать помазание и помазанников Божьих. Я хочу, чтобы вы были предельно внимательны, потому что некоторые люди, не понимая, злословят меня и говорят, ты а, атакуешь помазанников, слушайте очень внимательно, никогда в жизни, никогда в жизни у меня не было ни одного раза в жизни, когда бы я против какого-то помазанника и его помазание сказал бы что-то. Если бы я это сказал, Бог бы никогда не дал мне то, что я сейчас буду говорить вам. Я атакую религию, это дух смерти и рабства, аминь. Мы разрушаем с вами монстра демонического, но ни в коем случае, служите сюда, ни в коем случае никакого-то пастора и никакую-то церковь. Потому что это дети Божьи, которые нуждаются в освобождении. Они, может, не понимают, они, может, слепы, они, может быть, не имеют откровения от Бога, но это дети Божьи. И ни в коем случае мы не атакуем их, и не дай Бог, кто-то из нас это сделает. Вы слышите меня? Очень серьезно, когда Дух Святой, когда я был в уединении, Мнении. Всю эту тему я писал, а, у меня были волосы дыбом на моей голове, и я не понимал. На мне был трепет и страх. Я не переживал страха Божьего, я имею в виду, а, как я переживал его тогда. Я даже не понимал, что это на мне. Мне, я настолько, я начал, когда мне Бог начал давать эту тему, я начал, я начал вспоминать всю мою жизнь. Я чуть там не упал и не начал рыдать. Я говорю, Господь, напомни мне! хотя бы одного помазанника, против которого я сказал что-то. Напомни хотя бы одно помазание, которое я оскорбил. И я не нашел, и я прославил Бога, говорю, Господь, я благодарю Тебя, потому что никогда из моих уст, даже если я не понимал, не выходило проклятие насчет помазания. Бог мне сказал, что это настолько серьезно, что именно это лишает церковь. И многие помазанники, которые были в помазании, лишены его славы. Именно сейчас, именно по этой причине. Потому что они не могут держать свой язык за зубами. И потому что, когда они высказываются насчет того телепроповедника и того проповедника, у того смеются, у того падают, у того там золото собирают, у третьих еще видят и пророчествуют. И он не может держать язык за зубами. И что мне Бог сказал? Я увидел этого пастора, который сказал, он просто начал надсмехаться над помазанием этого помазанника. И я увидел вещь в духовном мире, которая шокировала меня и привела меня в трепет и ужас. Я увидел, как именно с него снимается успех. Успех – это живая материя, живое существо. И когда я это увидел, я пришел в такой трепет. Я прикусил свой язык на всю свою жизнь, чтобы никогда, никогда, никогда не сказать против какого-то помазания или против какого-то помазанника, какой-то какой речи плохой или какого-то замечания или что-то, что я не понимаю. Я увидел, как с этого пастора и со всей его церкви снимается облако славы, потому что оно живое, и оно уходит я увидел что именно успех и помазание которое бог приготовил именно для этой церкви оно уходит и потом мне бог показал целые деноминации которые высказались слушайте сюда слава отошла не только от отдельных пасторов и помазанников то что я сейчас буду говорить это именно видение которое я видел целая деноминация я видел много лет назад бог перенес меня и показал мне я не буду называть ничего не имею права поверьте я говорю просто факты целая деноминация которая по очереди все высказались насчет одного помазанника и того что в его жизни происходит и как бог действует в его жизни и я видел как слава божья ушла со всей деноминации полностью. Вы слышите меня? И я увидел только на отдельных людях в этой деноминации еще теплился огонек, потому что они не согласились с теми людьми, которые высказались против этого помазанника. Некоторые до сих пор не поняли, что значит. Слушайте сюда. Когда ты скажешь на меня что-то, когда я в магазине, нет проблем. Слушайте меня очень внимательно. Я хочу именно разграничить, что я говорю и то, что Бог показал мне. Эта тема не будет ободряющая, поверьте мне, эта тема будет обличающая. Это я вам просто могу гарантировать прямо сейчас и сразу. Если вы пришли сюда подбодриться, я, наверное, скажу, что этого, наверное, не получится сегодня, так как сегодня то, что мне Дух Святой сказал, и то, как я передам вам, это будет именно тема, которая, может быть, даже подкосит твое сознание и заставит тебя раскаяться в прахе и пепле. Потому что то, что я видел, оно вышибло меня из моей реальности. Вы слышите меня? И я был в шоке, когда я увидел, что слава Божья отходит от целой деноминации, и я увидел ключ, ключ к этому, потому что ты оскорбил не помазанника, ты оскорбил помазание. Вы слышите меня? Ты проклял на нем успех, и ты проклял автоматический успех на себе. Бог мне показал вещи, от которых я был в шоке. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы сегодня именно Дух Святой говорил в ваше сердце, потому что я знаю, что здесь слушают, смотрят меня люди, которые, может быть, никогда этого не делали и были очень осторожны со своими словами, то вы молодцы, я благословляю вас. Вы, но основная часть людей всегда имеет что-то что-то высказаться. Почему? Потому что никто из нас, живущих на земле, не может понять всего, что делает Бог. Вы слышите меня? И Бог мне сказал очень внимательно, слушайте сейчас, Он мне сказал, когда ты говоришь на меня в машине, я где-то подрезал кого-то, так? Или ты кого-то обогнал, или что-то, тебя кто-то там, знаете, матернул, кто-то тебя послал, где-то там ты в магазине что-то сделал не то. Помазание не оскорбляется на тебе. Помазание хулится и успех и благословение хулится в тот момент, уничтожается в тот момент, когда ты видишь проявление Духа Святого и именно высказываешься против него. Мне Дух Святой сказал, что это граничит настолько сильно с хулой на Духа Святого, что только Бог знает разницу. Вы слышите меня? Почему я буду говорить сегодня очень конкретно, и слушайте меня очень внимательно. Именно сейчас, в это время, Бог сказал: если мой народ не услышит эту тему, если мой народ не примет это в дух, будет высвобождаться проклятие Милхола. Против Давида, я уверен, высказывались много раз во многих моментах, но не в этом. Вы помните, когда Милхола стала бесплодной и почему это произошло? Потому что именно Давид действовал в своем помазании поклонника. Вы слышите? Когда я буду копать лопатой, что бы ты сказал на меня, нет проблем. Оно не числится. Все, что ты скажешь, ты там лопата, ты там осел, ты копаешь неправильно. Что угодно. Ничего с тобой не будет, потому что ты не оскорбил помазание, ты оскорбил человека. Но слушайте, очень внимательно, когда ты высказываешься именно, смотря на движение Духа Святого, и я видел людей, и я тогда приходил в шок, которые высказывались против Бенихина. Которые высказывались против Кетрин Кульман. Я видел людей, которые высказывались против Алексея Ледяева. Я видел людей, которые высказывались против многих помазанников, и я видел, как волосы на моей спине вставали дыбом, потому что именно тогда я чувствовал, что хулица, Дух Святой, и снимается с них помазание. Если ты, слушайте сюда, я сейчас не говорю от себя, когда-нибудь в своей жизни на кого-то сказал что-то, ты должен в прахе и пепле раскаяться, потому что сейчас другое время настает. Ты должен прикусить свой язык, если ты ничего не понимаешь, ты ничего не понимать не должен. Вы слышите меня? Никто тебе не сказал, что Бог будет перед тобой отчитываться за свои действия. Но Бог сказал, что будет наказан всякий, который высказывается в мое помазание. Помните, что написано, кто касается помазанника моего? Не человека, не дядю Федю с тетей Маней. Именно помазанника тот касается зеницы ока моего. Кто пос... Другими словами сказал бы Господь, кто касается моего. Вы слышите? Мое. Некоторые не понимают, что именно это является пробкой в твоей жизни – в твоей семье, и мне даже смешно, что кто-то из этих людей думает, что в их жизни, в их церковь придет пробуждение. Ты проклял пробуждение! Вы слышите меня? Ты проклял пробуждение, когда ты проклял его на том человеке. А вдруг, может, через месяц Бог бы тебе это объяснил, и ты действовал еще в большей славе, и другие уже тебя не понимали помазание Давида было оскорблено. И именно с Милхолы ушло благословение и пришло проклятие бесплодия. Это духовный закон, который мы увидели с вами в реальности. То же самое, церковь, то же самое. Бог оберегает свое помазание. Вы слышите? Если ты относился легкомысленно насчет чего угодно, меня это не волнует, но если ты проигнорируешь именно эту тему, знай, Бог проигнорирует твои вопросы, твои молитвы, и все твои ходатайства будут проигнорированы. Потому что Бог мне сказал, это один из важнейших законов. И сейчас дальше я вам объясню, что я имею в виду. Именно важнейших законов духовного мира и не подчиняющиеся, игнорирующие этот закон, нарушают, и они подпадают под проклятие. Потому что именно с их жизни уходит успех, отходит Дух Святой, который а, дает этот успех. И в духовном мире ты открыт. Прямо сейчас, если кто-то из вас, я вам сразу скажу, Дух Святой мне сказал, что я в сердце напомню всем моим детям день, момент и дату, когда ты сидел около телевизора, или был на какой-то конференции, или слушал какую-то кассету, и где ты сказал что-то, Дух Святой напомнит вам даже до мелочей, это мне Бог пообещал, что ты должен сказать, а я моим детям все-все напомню. Знаете, почему это делает он? Потому что он не хочет осудить тебя, он хочет освободить тебя. Потому что церковь должна встать. И даже если я буду орать со всей глотки еще 20 лет, то встану только я и те, кто вокруг меня. Но наша задача, чтобы вся церковь встала. Чтобы тело Христа воскресло. Вот почему мне Бог дает эти темы. Некоторые пасторы меня спрашивают, а почему Бог дает тебе эти темы? Они признают успех. Я говорю, потому что мои темы очень недорого стоят. Не понял. Потому что мои темы бесплатны. Услышите меня? И мне один задал вопрос: он говорит, почему Бог не дает мне? Я вышел на его сайт, я говорю, потому что у тебя каждая проповедь стоит 5 баксов. Я говорю, Бог не может. ну... Дать, потому что это твои 599, это пробка Божьему помазанию. О, поверьте, это не вам, это кому-то там было. Ты хочешь, чтобы Бог тебе сказал? Да ты должен распространять все. Отдать! Отдать! Ты хочешь, чтобы Бог тебе дал? Отдай! Ты у Бога! Сколько ты ему заплатил, чтобы получить? Некоторые люди мне крутят у виска и говорят, ты был бы самый богатый человек на данный момент, если бы ты хотя бы по доллару брал со своей темы, потому что весь мир тебя слушает. Я говорю, я богат. Что ты имеешь в виду? Душами, измененными в его имя. Люди не понимают богатство церковь. Люди не понимают, моя цель это не деньги Точно вам даю гарантию. Моя цель ⁇ еще одна душа. И вот почему я здесь стою. Потому что еще одна душа после этой темы получит полную свободу. Я хочу вам сказать, какой бы ты крутой не был, какой бы ты там... С какими ты там цепями и друзьями не был, если из твоих уст хотя бы один раз в жизни не в шутку, а серьезно вышло проклятие хула или какое-то оскорбление в, в сторону помазанника и его помазания, знай, ты проклял свой успех. Ты проклял его. Ты сказал ему вон из моей жизни. Это то, что я видел. Слушайте сюда. Бог мне показал мышление. Он мне сказал, для чего я дал рассудок людям. Вы знаете, что рассудка нет ни у кого, кроме как у тебя. Вы слышите меня? У животных инстинкты, нет мышления, нет рассудков. Знаете, что такое? Бог мне показал. Он сказал, я дал рассудок моему народу. Всем людям, живущим на Земле, разницы нет. По одной единственной причине. Потому что в нашем разуме мы строим макет нашей речи. И когда мы построили макет нашей речи, мы высказываем. Потому что после твоего высказывания ты не можешь ничего назад вернуть. Я увидел, я говорю вам простые вещи, я уже предупреждал вас. Но я вам говорю, что вы должны сейчас открыть свой дух и отключить свои мозги, потому что они вам будут мешать сейчас меня услышать. Я увидел, я говорю, Господь, он мне сказал, сын мой, я его, я его не спросил, он мне сказал, сын мой, я дал рассудок моему народу только по, одному причине, по одной причине, потому что они имеют мое подобие. И что бы они ни сказали, что бы они ни сказали, они сотворили. Вы слышите меня? Мы слепые духовно, мы не видим, но каждый из вас ⁇ это Творец. В каком бы духовном состоянии ты ни был, ты опасен для царства сатаны. Потому что ты можешь сказать что-то настолько мощное, и царство дьявола будет рушиться. И Бог мне сказал, мои дети должны научиться использовать свое мышление правильно. И я дал рассудок моему народу, чтобы перед тем, как ты что-то скажешь, это готовый в продукт. Вы слышите меня? Вы вообще что-то получаете для себя сегодня? Слушайте сюда. Он, он мне говорит, что рассудок, когда ты в мышлении, он говорит... Ты не будешь, а, как тебе сказать, мышление, ты можешь сказать, а потом, не, не, о, Господи, прости. Понимаете, да, вы все в мышлении делаете. Мышление, Бог дал тебе именно, это макет. Знаете, что такое черновик, церковь? Я объясняю вам. Черновик ⁇ это то, что никто, 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 кроме тебя не видит. Вы все меня понимаете? Черновик ⁇ это где я готовлю, чтобы сделать оригинал. В черновике я пишу, потом, о, нет, 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 нет. А вот это я вычеркну, а вот это уберу. Вот здесь добавлю, добавлю вот здесь. И потом я беру и переписываю в оригинал. Вот это твое мышление, и вот это твоя речь. Когда Бог показал мне эту вещь, и я пришел в трепет, потому что я сказал, Бог мой, сколько в своей жизни... Я грешил моим языком, не понимаю. Я понимаю, я сам проповедую, что я за языком. Но так как мне Бог это показал, церковь, я это объясняю вам. Я это видел, в духовном мире видел, когда человек собирает макет в голове и потом выдает. И вышла живая вещь, которую невозможно угнать, забрать. Она в духовном мире повисла. Все. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Я хочу, чтобы вы были очень-очень серьезны сейчас и очень внимательны. Именно поэтому Бог дал тебе мышление, в котором ты анализируешь все. И именно то, что ты сотворил в уме и все взвесил, ты можешь теперь выпустить в жизнь через свои уста. Запомните, слово ⁇ это твое творение. Вы меня слышите? Всякий раз. Запомни на, на всю свою жизнь, когда ты что-то говоришь неосмысленно, это именно атака дьявола на твою жизнь, чтобы сказать что-то быстро, не обдумавшее. Вы слышите меня? О, дорогие мои, будьте очень, очень, очень осторожны. Слушайте сюда. От Матфея, 12 глава, 36 стих. от Матфея 12.36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово. Вы знаете, что такое праздное слово? Слушайте сюда, церковь. Мы с вами знаем это наизусть. А вы вообще когда-нибудь вдумались в это? Знаете, что такое праздное слово? Необдуманное в твоем разуме. Вы слышите меня? Некоторые говорят бла-бла-бла-бла. Нет. Праздное – это значит несотворенное не взвешенное, выкинутое. Вы слышите меня? Праздное слово. Необдуманное слово. Несотворенное слово. А просто вляпнул. Праздное слово. Слушайте сюда. Почему даст человек ответ? Почему? Я говорю траля-ля-ля-ля. -ля -ля -ля». Ты скажешь, это праздное слово. Нет, это не праздное слово. Это траля-ля. -ля». Праздное слово, которое имеет значение... И производит свою работу. Вы знаете, что мы судимы только по своим делам. Вы слышите меня? Написано за каждое сотворенное человеком дело на земле, что бы он ни делал, он даст отчет. Я не понял, а почему за слова? Потому что слова, слушай сюда меня внимательно, это твои дела. О, вы берете что-то для себя? Потому что каждое твое слово в духовном мире это дело как ты можешь говорить, Бог, пробуди мою церковь, пробуди моих детей, подними мою семью, и здесь же разворачиваться и хулить помазание, проклинать помазанника и говорить, Ха -ха -ха, это Бог, да это бесы. Знай только что, ты проклял свою семью, свою церковь, и твое помазание снято с твоей жизни и моли Бога, чтобы это не было хулой. Я вам серьезно говорю. Потому что эта штука точно не прощается. Почему? Это же слова. Ты даже не представляешь, что твои слова намного серьезнее, чем твои дела. Дела можно исправить. Слово выпущенное висит в атмосфере, в духовном мире навсегда. Все. Что с ним делать? Слушайте сюда, я скажу вам, что с ним делать. Бог мне это показал. Ты полностью уверен в том, что те, которые сейчас, а, а, смотрите, я, я полностью уверен в том, что те, которые сейчас не имеют славу Бога, на них и их служение – это те, которые атаковали помазанников Я вам даю гарантию, если вы видите разруху, дети. В ужасе, в тюрьмах, на нарко наркотиках, молитвы нет, жизни нет, огонь Духа Святого ушел. Это именно те, которые постоянно, постоянно высказываются насчет помазанников, движений Духа Святого, насчет чего угодно. Именно у них закрывается источник, и именно они. Именно у всех будет хорошо, а вот у них все будет плохо. Потому что ты нарушил духовный закон. И ты сейчас наказываешься за нарушение духовного закона. Люди не понимают, почему у меня нет успеха. Ты его проклял, и он от тебя убежал. Если они не остановятся и не попросят прощения у Духа Святого, то дни их успеха подходят к концу. Этому Принципу Бог научил меня сразу перед тем, как я вошел в служение. Вы знаете что? Перед тем, как я вошел в мое служение с моей женой. Бог нам обоим сказал, я даже не понимал, что Бог меня тогда... Это сейчас Он мне объяснил. Но много лет назад я не понимал этого. Бог мне сказал, никогда, сын мой, никогда не хули и не проклинай успех. Потому что ты снимаешь его с себя. Ты должен... Благословлять успех Благословляя успех Успешных людей и помазанников Во-первых, ты судить вообще никого никак не имеешь права Вы все это знаете Никого Когда ты высказываешься, ты становишься судьей а, И ты начинаешь быть судим по тому же закону okay? Поэтому, когда ты говоришь что-то Ты должен благословлять помазанников Вы знаете что? Я, именно когда была вот эта тема Именно вот эта тема, когда Бог мне ее давал, я прямо в своей комнате упал и начал перечислять всех помазанников и благословлять их так, как я никогда в жизни никого не благословлял. Я вам серьезно говорю, потому что я увидел, что я со всех сторон привлекаю их помазание на себя. О, дорогие мои, вы знаете, почему двойное помазание почило на Елисея? о, дорогие мои, вы не понимаете. Потому что он всегда благословлял помазание. Когда ты благословляешь помазание помазанника, это помазание приходит на тебя. Тебе не нужно к нему ехать. Тебе нужно его благословлять, благословлять, благословлять и благословлять. Даже если ты ничего не понимаешь. Потому что ты призываешь помазание на свою жизнь. Это во всех сферах. Знаете, что самое больше развито в церкви? Это зависть. Зависть. Зависть – это корень ко всем проблемам. Вы знаете, что первый грех – это не был гордость. Слышите меня? Если вы почитаете любого пророка, который описывает это, первый грех – была зависть. Позавидовал, а потом возгордился. Сначала де... гордость основывается на чем-то, Она не может просто прийти, и я знаю, как ко мне приходит гордость. Ей нужна платформа. Гордость к тебе не может прийти, если нет платформы. Вы слышите меня? Платформа. Че это он? Лучше меня, что ли? Знаешь, что это сейчас проговорила? Не гордость. Первая ступень – зависть. А потом гордость говорит. Да пошел он, я лучше. Вот это уже зависть. Вернее, гордость. Вот это уже гордость. Вы слышите меня? Будьте очень внимательны корень всех проблем, потому что один помазанник не может смотреть на помазанника другого и благословлять его помазание. И именно этим, церковь, слушайте меня, именно этим деноминация прокляла деноминацию и сняла с себя же помазание. Та деноминация прокляла следующую деноминацию и сняла с себя помазание. И когда последние деноминации поднимаются, и сейчас поднимаются новые движения Духа Святого, то те, которые были вчера в помазании, снимают помазание из себя. Вы слышите меня? И теперь мы имеем с вами мертвую церковь, и только по крайкам она живая, потому что только там чуть-чуть совсем действует Дух Святой. Я хочу, чтобы вы сейчас, я, я вам словами хочу передать то, что я видел в церковь. Просто передать. Куда вы это внесете, это ваше дело. Но в моих мозгах это одна из самых важнейших тем и принципов жизни. Я не говорю, сейчас тебе нужно освобождение. Это нужно младенцам. Вы слышите меня? Я сейчас говорю ко взрослым людям, идущим к успеху, к перевороту, к пробуждению своих городов. Вот кому я сейчас говорю. Я не говорю к младенцам, которые там не могут с порнухой разобраться. Или например, с бутылку не может отставить до сих пор. Я не говорю к этим. Иди сюда, за тебя я точно помолюсь. Потому что тебе нужно укрепиться. И я сейчас говорю о духовных принципах именно мужам и женам Божьим, помазанникам и помазанницам, которые не понимают, куда ушло помазание. Я тебе говорю, трубу, куда оно ушло. Вы слышите меня? Знай, всякий раз, когда ты конкретно говоришь против помазанного служителя, ты это только что сказал в свою жизнь. Вы слышите меня? Бог мне сказал, скажи моим детям такую вещь. Ты это сказал не завтра, ты это прямо сейчас сказал именно в свою жизнь. Слово в слово, гнев в гнев, проклятие в проклятие, все, что ты имел в виду, полностью сейчас стало в тебя. Все сейчас. И что мне Бог показал? Смотрите сюда. Я видел человека, я видел человека, который произнос хулю и проклятие на одного служителя, которого он видел. Смотрите, мое видение не заканчивается. И смотрите, я сейчас хочу э, все сосредоточенно прочитать, чтобы ничего не упустить. Потом не удивляйтесь, потому, потому что э, что бы ты ни делал в своей жизни, как бы ты ни старался стать успешным, успех никогда не приходит, а вместо него приходит горесть, горесть и разочарование. Бог мне сказал, что когда уходит помазание и успех, приходит горесть и разочарование. У тебя всю жизнь будет депрессия, мука, горесть и разочарование. У тебя не будет успеха. Ты проклял успех. Когда ты сказал слова проклятия при движении Святого Духа, он сказал, это проклятие выходит из твоих уст, и я увидел, как оно перемещается над твоей головой. Слушайте сюда очень внимательно. И именно эта вещь заслоняет движение Бога и закрывает твое небо. Теперь твои молитвы менее слышимы. Продолжая говорить это, и Он мне сказал, что эта темная туча проклятий, она именно всегда движется за проклинающим. Вы слышите меня? Она никогда не идет на помазанника. Слушайте, никогда! Ты сотворил сейчас черную тучу проклятия, к которой присоединились демоны. К помазаннику они не могут дойти. Он охраняем Богом и помазанием. Вы слышите меня? Не может. Оно никогда туда и не пойдет. Оно всегда перемещается над твоей головой, и демоны, и бесы, которых ты только что высвободил из преисподней. Некоторые люди мне задают вопрос, почему бесов и нечисти становится больше? А бесов становится больше на этой земле, слушайте внимательно, знаете почему? Потому что мы потребители демонов. Вы слышите? Мы потребители, люди потребители демонов. Бесов не становится больше, мы их не рождаем. Они прикованы к стенах. Если кто-то вообще смотрел именно и слышал откровение об аде, я сейчас говорю духовным людям, а не детям из детского сада, которым надо лалипа проб сунуть и сказать, духовный ты мальчинка, иди отдыхай. Я говорю сейчас взрослым людям, которые понимают духовные законы и видят, куда наш мир идет. Демоны не могут просто быть выпущены из ада сатаной, не могут. Они должны иметь легальное право быть на земле. Слушайте сюда, Почему Земля начала развращаться? Потому что человек начал потреблять похоти. Теперь Земля раньше была 1 миллиард людей. Поняли, да? Сейчас Земля наполняет э, 6,5, уже говорят, миллиардов людей на Земле. По-моему, даже уже больше. Более, я так скажу, более 6 миллиардов людей на Земле. Скажите мне, каждому из этих людей в какой-то сфере нужен какой-то демон. Вы слышите меня? Не нужен, а мы потребляем. Мы рождаем. Рождается ребенок, и у него какое-то наследственное проклятие. Вы понимаете, да? То есть теперь нужен бес, нужен демон, нужен демон. И земля начинает наполняться и растлевать. Почему? По ходу наполнения людьми, неочищенными, неосвобожденными, выпускаются демоны и бесы. Мы с вами должны понимать этот духовный закон. Когда ты сказал проклятие, эта туча нависает над тобой. Это, слушайте сюда, дорогие мои, я хочу, чтобы вы меня не игнорировали, а слушали меня очень внимательно. Это живое существо, с которым тебе нужно когда-то в жизни своей разобраться. Вы слышите меня? Потому что некоторые люди бьются всю свою христианскую жизнь и никогда, церковь, никогда нигде не имеют успеха. Нигде. Ни в финансах, ни в семье, ни в духовных вещах, ни в церкви. Где бы он ни был, у него еле-еле концы с концами во всех сферах. Я сейчас тебе даю ответ. И Дух Святой тебе напомнит эти моменты. И ты должен в них будешь покаяться очень серьезно. Если это относится к тебе, и ты сейчас чувствуешь, как будто я описал тебя, то тебе необходимо следовать следующие вещи. Ты публич, если ты публично проклял и проклинал этого помазанника, то именно публично ты должен благословить и попросить прощения у Духа Святого и у того помазанника, которого проклял. Вы слышите меня? Как угодно, я понимаю, что некоторых невозможно достать. Бог будет видеть твое сердце и твое искреннее раскаяние. Бог мне сказал, мы должны с вами благословить. Вы слышите меня? Именно выпустить противоядие, именно благословить, благословить. Ты всю жизнь будешь драться со своей тучей, которую ты сам и создал. Все, что тебе нужно, ключ, это благословить то, что ты когда-то проклял или высказался негативно. Некоторые думают, что они попросят прощения у Бога, на этом все закончилось. О нет, дорогие мои, вы оскорбили помазание. Вспомните Иова и его друзей. Помним? Помните Иова и его друзей? Скажите мне, Бог, почему Бог их не простил? Скажите мне почему? Потому что они говорили в жизнь Иова. Вы слышите меня? Этим оскорбляя Бога. И когда они подошли к Богу Господь сказал, я вас видеть не хочу. Я своими словами говорю. Ты, ты хочешь, просто у нас нет времени. Последняя глава Иова, прочитайте. 41-42, по-моему. Про, прочитайте, последняя глава Иова. И смотрите, что получается. Они подходят, говорят, Господи, ну это как? Они говорят, идите отсюда. Ну что? Они говорят, я вас в жертву не приму. А почему? Они говорят, пока Иов вас не простит и не помолится за вас. Что это? Это то, что я тебе говорю. Было высвобождено что-то в жизнь Иова, которое нависло над ними. И теперь, что они сказали в жизнь Иова, это облако над ними. И теперь они Господь, а что нам делать? Говорит, только Иов имеет ключ. Слушайте, сюда, когда вы прокляли кого-то, против кого-то высказались, у этого человека ключи к вашей, к вашей свободе. У этого человека. Вы должны его благословить, и он должен вас благословить. Кто бы это ни был, маленький это человек. Большой это человек, я понимаю, до некоторых невозможно достать, Бог знает. И если ты не достанешь, твое, твое сердце будет раскаяно перед Богом, я уверен, Бог знает. Но когда ты высказывался ему, про него, вокруг него, при людях, ты должен покаяться и раскаяться и сказать: я был неправ, я хулил помазанника и помазание Божье. и я сейчас хочу восстановить мое благословение в моей семье, в моей церкви. Если ты говорил это при всей церкви, при всей церкви и покайся! Я вам сейчас говорю не от себя. Кто-то поймет, кто-то не поймет. Да меня вообще мало волнует, кто меня слышит, кто меня не слышит, понимает или нет. Бог мне сказал отдать то, что я получил. Все. Это все, что мне нужно сделать. Помните, проклинающий Израиля будет... Скажите мне, почему Бог это сказал? Вот объясните мне, что Бог, ты проклинаешь моего Израиля? Нет, почему Израиля? Объясняю тот же самый духовный принцип, тот же самый. Потому что среди Израиля живет кто? Кто? Бог, живой Бог, живет посреди Израиля. Хулящий Израиля хулит меня. Проклинающий Израиля будет проклят. Почему? Ты же Израиля проклял. Почему я проклят? Потому что это все возвращается на твою голову. Я могу вам читать и читать. У меня нет времени, я даже половину темы не сказал. Дорогие мои, я вам просто хочу дать эти принципы, чтобы вы поняли. Это духовный закон. И твои слова, сплетни и проклятия висят в духовном мире над тобой. И каждый день, слушай сюда, свидетельствуют против тебя. Мне Бог показал, что эта гадость, которую ты создал, она висит над твоей головой. И всякий день ты говоришь, Бог, пусть придет прорыв. А эта черная туча свидетельствует против тебя. Это облако твоих свидетелей. Я хочу помазания. И здесь звучит слово проклятие против помазания. Вы понимаете? Ты говоришь, я хочу успеха, и здесь звучит какое-то проклятие против какого-то человека успешного, или зависть, или гордость. Ты создал эту тучу. Это облако демонических свидетелей свидетельствует против тебя. Я сейчас тебе не рассказываю выдумки с моей головы и мультики, которые я видел. Я это видел в духовном мире, церковь. Я видел это в духовном мире. Может, тебе никто этого не объяснит. Никто, нигде ты в книжке не прочитаешь. Я тебе объясняю, что я видел. Игнорируя это, ты проклинаешь себя. О, Иисус. Я буду двигаться очень быстро. Потому что мое время уже вышло полностью все. Вспомните тот народ, с которым Иисус Навин заключил завет. Помните? Помните, Саул начал его уничтожать. Помните? Вот церковь, Библию читать надо. Помните? Помните, почему у Давида пришло проклятие, и он не знал, что происходит с моей жизнью, что происходит с моим царством. И ему надо был пророк, который сказал, Саул нарушил завет, который заключил Иисус Навин с этим народом, и он имеет полное право жить на земле Израиля. А Саул начал истреблять их. И Бог сказал, я ничего не могу поделать, пока тот народ не отпустит тебя. Что это? Духовный закон, церковь. Тот народ, против которого ты грешил, должен отпустить тебя. И Давид пришел с приношением, с извинениями. Народ сказал, семь сыновей Саула должны быть убиты. Помните? И только после того, как семь сыновей Саула были убиты, проклятие было снято. Знаете, что сделал? Саул проклял себя, свое царство и все свое потомство тем, что он нарушил духовный закон. Знаете, что он сделал? Он пошел войной против помазанников Божьих, которых Бог принял, которые через завет с Иисусом Навином были приняты в Израиль, и они имели полное право наслаждаться и жить в Боге и на этой земле. Дорогие мои, вы даже не представляете насколько я не высказал сейчас мою тему мне это не нравится. над давидом закрыто было небо и он должен был распустить и он должен был развязать эти узлы. Не вздумайте церковь проигнорировать это вы нарушили духовный закон если вы его нарушили кто бы ты ни был ты имеешь подобие бога творить и именно твоим словом ты сотворил что-то, и оно сейчас живое, и действует, и свидетельствует против тебя. От твоих слов, от своих слов человек оправдается и осудится. Эймон, помните такое место? От своих слов оправдается? Как я могу оправдаться от своих слов? Благословляя, благословляя, я буду благословен. Проклиная, проклиная, я буду проклят. Это духовный закон церкви. Когда я это видел, я пришел в шок и в трепет, когда я видел это. Дух Святой настолько был строг со мной. Дух Святой настолько был строг со мной. Когда я писал эту тему, я был в шоке. Он был строг со мной. Несколько слов, я, несколько мест из Библии я заканчиваю. Кремлянам 14.4. Кремлянам 14.4. Кто ты? Осуждающий чужого раба. Вопрос. Перед своим Господом стоит Он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. аминь Даже если помазанник не прав, ты не имеешь никакого легального права. Кримлянам 2.1. Кримлянам 2.1. Итак, неизвинителен ты человек, всякий осуждающий и судящий другого, ибо тем же судом. Что, церковь? Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Я ненавижу это. Ненависть приходит. Я проклинаю это. Проклятие приходит. Ха-ха-ха. Как только ты что-то начинаешь делать, ха-ха-ха у тебя в жизни. И ничего не получается. И ты выглядишь как шут. Почему? Ты создал проклятие. Оно свидетельствует против тебя. Заканчиваю последней фразой. Фараон был мудрая личность, он признал успех Иосифа. Помните? Скажите мне, тот, кто признал помазание и успех, будет помазан и благословен. Скажите мне, а фараон был успешен, когда он признал Иосифа? Слушайте сюда. Знаете ли вы, что Египет по сей день разрушен? И до сих пор, и он не восстановится никогда, только по одной причине, потому что они не признали Иосифа. Восстал следующий фараон, идем дальше, церковь, я заканчиваю, который не признал все, что сделал Иосиф. Он не признал помазание этого человека и то, что именно Иосиф был причиной успеха. И Бог проклял этот народ. Вы слышите меня? Знайте, благословение всегда тебя благословит, проклятие всегда тебя проклянет. Вы взяли что-то для себя.